Ресторанный комплекс с панорамным видом на Волгу. Ривьера полюбилась гостям за прекрасный вид, комфортную территорию и отличную кухню. Здесь можно начать свой день с позднего завтрака, устроить обед, романтический ужин и, конечно, отметить любой праздник – от корпоратива до свадьбы. Мы готовы предложить вам любой зал. Есть большой зал, рассчитанный на 100 человек. У нас есть залы поменьше, рассчитанные на 40, на 50 человек, на 60. Есть маленькие отдельные домики. Там кондиционер, телевизор. То есть можно посидеть и отдохнуть в своей компании. Банкетный зал у нас есть с видом на Волгу. Там потрясающие закаты летом. Естественно, если гость захочет какую-то шоу-программу, мы это тоже организуем. У нас очень вкусные блюда от нашего шеф-повара. Также вы можете получить любое авторское блюдо от нашего шеф-повара. Шеф-повар за последний год максимально обновил меню, добавив к полюбившимся блюдам кавказской и русской кухни много интересных авторских наработок, которые вдохновлены многолетним опытом работы в престижном отеле Турции, ресторанах Италии, Черногории, Франции и обучением у известного французского шефа Жан-Поля Нигуана. Так получилось, что после того, как я вернулся за границы, из курортных городов, для Москвы для меня уже шумно как-то было. А я сам захотел вот такой тихий город, чтобы была вот эта река или море. Это меня вот сюда как-то привело. Я как шеф-повар, я копировать чужие блюда не люблю. Меню, которое Вера вот создал, я меню, 70% это авторские мои блюда. Итальянские, французские, даже частичка азиатской кухни есть. Например, итальянские блюда, паста, говорят, паста это что? А когда тебе есть соус, вот это все сочетание, ты даже чувствуешь, что вот ты не в Твери находишься, а ты где-то в Италии находишься. Вот я вот, у меня даже летние блюда, было очень много турецких, как говорится, это, турецкие блюда, которые турки сами восхищались. И к любому случаю, празднику или застолью команда ресторана «Ривьера» всегда предложит особые блюда, которые отличаются авторской сервировкой и оригинальной подачей. Я такую вещь создал, это как бы я для себя называю дегустационное меню. То есть вот большое блюдо, и там 5 видов мяса. Вот такое же у меня рыбное блюдо есть, назвали «Морское изобилие». 6 видов рыб, там морепродукты, все. Вот это в одном блюде, можно сказать. Дорогие друзья, ресторан «Ривьера» работает с 11 до часу ночи в будние дни и до 2 ночи в пятницу и субботу. Ресторан «Ривьера» всегда рад новым и постоянным гостям. Мы ждем вас каждый день. А все новогодние каникулы в ресторане каждый вечер живая музыка. Помимо выходных и праздников, «Ривьера» – отличное место и для деловых встреч. К тому же каждый будний день с 12 до 4 на кухню действует скидка 20%. И это далеко не все акции. Более подробно с ними можно ознакомиться на сайте или в соцсетях. Работает и доставка. При заказе через сайт скидка 10%, а на самовывоз 20%. Ресторан «Ривьера» находится на набережной Афанасия Никитина, 13.